Завершить строительство в срок. Уже через месяц в микрорайоне Береке сдадут 72-квартирный дом. Его возводят по программе «Доступное жилье 2020». Сейчас ведутся отделочные работы. На объекте побывала Ольга Загоруйко. Строительство нового микрорайона Береке идет быстрыми темпами. То в одном, то в другом месте, как грибы после дождя, появляются новые дома. Только вот подъехать к ним после обильных осадков почти невозможно. Отсутствие дорог затрудняет строительство. По словам рабочих, в грязи застревала даже спецтехника. На дома деньги выделяются, на благоустройство, то есть на освещение, на водопровод, канализацию, немножко с запозданием. Нету освещения, то есть приступаем к работе, там у нас ни света, ничего, то есть работаем на генераторах, вот, сами видите подъездные пути, то есть не готово ни благоустройства, элементарных дорог нету. Нет пока здесь и детской площадки. По словам Андрея Капустина, этим займутся другие подрядные организации. Стоимость этого дома где-то порядка 430 миллионов тенге. Общая площадь по квартирам здесь где-то порядка 4000 квадратных метров. Благоустройство, дело в том, что вообще закладывается отдельно. То есть на сегодняшний день еще по благоустройству даже тендер еще не проведем. О том, что строительство завершается, свидетельствует башенный кран, который уже в нерабочем состоянии. Здание готовят к сдаче в августе. Гарантия – 2 года. В течение этого времени принимают претензии к подрядчику. В новом 72-квартирном доме осталось завершить отделочные работы. Ими занимаются около 50 человек. Общий стаж строительной отрасли Айман Турлубекова – 13 лет. Ее задача – благоустроить квартиры, чтобы жильцы после сдачи получили их уже в чистовой отделке. Я начала красить батареи, с батареи. Сейчас по ремонту, перед побелкой подготовка по ремонту. Строительство дома по адресу улица 5 Сенная, 71, ведется по программе «Доступное жилье 2020». За прошлый год введено в эксплуатацию 115 тысяч квадратных метров жилья. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев, новости МТРК.